Всем зрителям канала Мыло Опт я бы хотела поделиться с вами распаковкой своей посылки. Заказала, как всегда, баттер кокосового масла 900 грамм. Так, и немножко разлилась в посылке. Получается, повредилась баночка, и с касторовым маслом я перелила в другую. Такая небольшая неприятность. Запачкала баночки. Цикламетикон 280. Это добавки в масло. Также цикламетикона бутылочка и масляный экстракт фиалки. Взяла как актив крема. Такие пакетики дойпак с зип-замком. 15 штук взяла для упаковки скрабов, уптанов. Взяла такие ингредиенты для уптана первый раз на складе. Попробовать ранее я брала в магазинах. Я очень довольна осталась. То есть я отобрала недорогие ингредиенты. И они все достаточно мелкие. Потому что на маску нужно именно мелкий помол. И он действительно как пудра. И это очень радует. Все упаковки чистенькие, тщательно запакованные. Здорово. Очень довольна заказом. Не нужно ничего будет там через сито отфильтровывать. Не нужно перемалывать на блендере. Все очень здорово. Осталось только смешать ингредиенты. Добавить несколько видов муки к уптану и глины. Заказала такую формочку веселую для мыла, силиконовую. Прикольная. Хорошее качество, удобное. И такие баночки взяла посмотреть. Вот на 50 миллилитров. Простая баночка такая, достаточно недорогая. Такие маленькие баночки на, кажется, 20 миллилитров. Очень она прочная, такая качественная. Это такие дорогие баночки на сайте. Тут идет вкладыш. Все продумано. Взяла десяток таких баночек. Понравились мне. Они недорогие. Вкладыш есть. И она как баночка термос. Очень довольна заказом. Спасибо за работу сайта. Конечно, пришлось подождать около месяца. Спасибо работникам сайта. Как всегда, очень довольна заказом. Все тщательно упаковано, аккуратно. Как бы там повредилась бутылочка по вине почты. Ну, так, в принципе, не критично. Спасибо всем зрителям за просмотр и до новых встреч!